Минпросвещение опубликовало приказ, согласно которому обществознание исключат из программы 6-8 классов с 1 сентября 2025 года. С 9 класса этот предмет вернется в программу обучения, но количество часов сократится вдвое. Урок будет проходить раз в неделю. Сейчас родители будущих выпускников обеспокоены. По их мнению, могут возникнуть затруднения при сдаче экзамена по обществознанию. Однако ранее в министерстве отметили, что тестирование адаптируют под обновленный курс. С начала сезона в Пермском крае уже 44 человека пострадали от укуса клещей, причем 17 из них – детей. В лабораториях региона исследовано 22 паразита, 5 оказались заражены боррелиозом. Ежегодно в Прикамье таких клещей больше, чем в среднем по России. В Пермском Роспотребнадзоре напоминают, что защититься от клещевого энцефалита можно с помощью своевременно поставленной прививки. Администрация Березняков заключила контракты на обработку территорий от борщевика. Уничтожение сорняка будет проводиться на площади около 230 гектаров с помощью химической и механической обработки. Работы начнутся в середине мая. Если вы обнаружили места произрастания опасного растения, оставьте заявку на портале «Управляем вместе». Также о проблеме можно сообщить в Управление благоустройства и в Управление по охране окружающей среды и природопользованию.